Мы живем в часы благоприятные, хоть и не удается мирно жить, и не дышим атомными ядами, хоть и видим, как война крушит. Пыток не испытываем, ужасов и гонений тяжких на себе, только благодати время сузилось. Скоро час настанет страшных бед. Будут глады и землетрясения, так сказал Господь ученикам. Горе всем, кто не обрел спасение, сам себе, кто смерть предначертал. Скоро благодать и время кончится, и настанут сумрачные дни. Как же мне порою хочется, чтоб еще не начались они, чтобы ты явил помилование, отодвинул суд хоть на чуть-чуть, и склонились в кротком покаянии те, кто, жаль, сейчас тебя не чтут. Боже мой, признаюсь, не лукавствуя, что последних дней и я боюсь. Испытаний трудных и неласковых. Страшно мне погибнуть в той беде. Дай, Господь, очиститься всецело нам. Удали от сердца всякий страх, что при воскресении первым с церковью вознестись к Тебе на небесах. Слава Господу!